По запросу некоторых подписчиков сегодня я подготовила мужскую подборку из магазинов масс-маркета и не только. Итак, базовая футболка поло белого цвета подходит всем. Ее можно носить с брюками, шортами, джинсами. Футболка от Austin, джинсы Maison Margiela, магазин сумок, кроссовки Premiata, магазин сумок, сумка через плечо, магазин Rendezvous, бренд Gerhard Hennen. В качестве аксессуаров часы от бренда Соколов. Для любителей ярких образов предлагаю рассмотреть яркий верх. Например, оранжевую футболку от Moschino, магазин Zoom, свободные брюки из хлопка от российского бренда «Новое». Следующие обувь и аксессуары будут из магазина «La Moda». Сандалии черные с оранжевой вставкой, бренд «InStreet». Сумка Valentino Bags, браслет от «Viking Bags». Для тех, у кого нет жесткого дресс-кода на работе, присмотритесь к шортам. Например, джинсовые шорты от MCGM, магазин Zoom. Модель свободная, с накладными карманами. Рубашка из твила от Austin можно носить на голое тело или поверх футболки. С данными шортами прекрасно сочетаются кроссовки, как белые, так и черные. К шортам добавляем легкие кроссовки от Patrol, магазин La Moda. Сумка в том же магазине от Harry Hatchett. Образ завершают яркие часы от Diesel, магазин La Moda. Для тех парней, которые хотят выглядеть немного крупнее, можно взять футболку в горизонтальную полоску от Austin. Здесь все, как и в женской моде. Горизонтальные полосы расширяют, а вертикальные, наоборот, делают тоньше. Носить такую футболку можно с брюками из хлопка, светлыми джинсами или бермудами. Образ для офисной работы – брюки от Corneliani, магазин Zoom, пиджак от Hugo Boss, голубая рубашка того же бренда, магазин Zoom, лоферы серого цвета от Tendance, магазин Rendezvous, сумка Furla, магазин La Moda, часы от Trussardi La Moda. Джинсы бананы все еще актуальны как в женской моде, так и мужской, однако этот фасон могут позволить себе только мужчины с безупречным телосложением. Эти джинсы не подойдут полным и невысоким мужчинам, так как брюки придают нежелательный объем бедрам. Брюки бананы подойдут мужчинам с фигурой треугольник, когда плечи широкие, а бедра узкие. Этот фасон за счет свободного кроя уравновешивает фигуру и делает ее гармоничной. Недорогие джинсы есть на Wildberries и бренд Urban Street. Носить их можно с футболками, джинсовками, свободными пиджаками в стиле casual. Для любителей активного образа жизни, для тех, кто часто занимается спортом, в магазине Sportmaster сейчас многие спортивные костюмы представлены с хорошими скидками. Так, например, костюм бренда Adidas может стать прекрасной базой для экспериментов со спортстилем. Расслабленный образ с желтым худи и серыми спортбрюками из магазина Gloria Jeans. Кроссовки от бренда Tendance, магазин Rendezvous. Для тех, кто любит более необычное сочетание вещей, попробуйте надеть худи с короткими рукавами и ярким лонгсливом. Одежда представлена из магазина Be Free. Еще один летний образ – белая футболка с зеленым принтом, брюки Челси, бейсболка зеленая – все это из магазина Be Free. Сумка Puma, магазин La Moda, зеленые кеды от Warrior Shanghai, магазин La Moda. Укороченные брюки подходят не всем. Мужчинам с высоким ростом они подойдут идеально. А вот если есть лишний вес и маленький рост, то лучше отказаться от данной модели. Данные брюки из магазина Zarina. Кстати, относительно обуви сочетаются с низкими кедами, а также лоферами.